Alpine, устройство, в основе которого лежит искусственный интеллект. Идея для стартапа была придумана еще в 2020 году бывшими сотрудниками Apple, Беттани Банджорно и Имраном Чаудри. Они привлекли сотни миллионов долларов на развитие своего проекта. В разработку уже вложились такие крупные компании, как Microsoft, Volvo и LG. Само устройство будет крепиться на одежду с помощью магнитов, которые также являются его аккумуляторами. Их можно будет менять в любой момент, тем самым облегчая использование гаджетом. Владелец взаимодействует с прибором посредством комбинации голосового управления, камеры, жестов и небольшого встроенного проектора. Это очень интересно. Интересно то, что они внедряют проприетарные всякие языковые помощников, там всякие чат-ботов. Вот в этом, да, это инновационная штука в плане того, что это уже вшито в систему, и это одна из основных ключевых особенностей. Когда я могу в произвольном диалоге общаться с устройством, получать какие-то ответы, это такой хороший помощник. Насколько корректна эта информация, насколько корректны эти ответы, и мне нужно будет перепроверять, это уже другой разговор. Но это направление очень сильно сейчас развивается, оно модное, простите за англицизм, хайповое, да, и я думаю, что за это в любом случае в будущем мы к этому придем. Так или иначе. Возникает закономерный вопрос, для чего же все же может пригодиться подобный гаджет? Большинство функций были продемонстрированы соучредителем компании Имраном Чаудри. С помощью жестов рук и обычной ладони можно будет прослушивать голосовые звонки и сообщения. Также есть функция, которая может обобщить информацию из электронной переписки владельца. Одним движением пальцев можно будет проанализировать данные о еде, калорийность, состав и пищевую ценность и переводить на множество языков, которые уже будут встроены в голосовой помощник. Однако у этой уникальной техники вполне могут быть подводные камни. По словам производителя, Alpine, конечно, ориентирован на конфиденциальность, но так ли это будет в реальности, пока не ясно. Гаджет лишен функции пробуждения по каким-либо ключевым фразам и словам. Соответственно, постоянного прослушивания быть не должно. Возможно ли, что новый продукт не будет записывать информацию из уст владельца? Это всегда уровень доверия. Никто не гарантирует, что в данный момент ваш телефон не прослушивает вас. Да? И когда у вас дома стоит какая-нибудь умная колонка, она все время всегда вас слушает. Вопрос, передает она эти данные или нет. Насколько вы доверяете производителю, вендору. Это вполне логичное продолжение носимых устройств. Понятно, что что-то оно в чем-то уникально, такие как лазерные, например, проецирование информации на поверхности. Что-то оно копирует, дополняет. Вообще это такой хороший эволюционный процесс. Новый гаджет будет стоить $699. Дополнительно каждый месяц необходимо будет оплачивать подписку в размере $24 за использование сотовых данных, хранение файлов и запросов в нейросети. В компании отметили, что в США предзаказ на устройство можно оформить 16 ноября. Поставка запланирована на конец 2024 года. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделина Файзулина, Универ Новости.